Здравствуйте! Сегодня у нас следующий этап по декорированию нашей коробочки. Прежде всего, нам понадобится наш лак, которым мы должны покрасить коробку. Для чего? Для того, чтобы армировать тот слой краски, который мы с вами нанесли. Нам нужно нанести два слоя лака с промежутком для высыхания. Итак, начали! Наша коробочка высохла, теперь мы ее как следует защитили и можем начинать работать с ней дальше. Для декорации я воспользовалась самой обыкновенной, вот видите, вот такой вот салфеточкой, старой полиэтиленовой салфеткой. Чтобы не отрывать ваше время, я вырезала фрагмент, покрасила его акриловой золотой краской. Как покрасила? Вот таким вот тампончиком, вот такими вот движениями. В результате у нас получилось вот что. Мне не хочется делать нашу коробочку очень перегруженной всевозможным декором, поэтому для большего оформления, потому что так она смотрится несколько пасновато. Вот. Я бы хотела вот таким вот образом на самый обычный клей, который у нас есть, мы для работы с вами используем Титан Плюс, приклеить нашу ленту. Вот что я сейчас и сделаю. Вот получается у нас очень аккуратненько. Как видите, все очень быстро и в прямом эфире мы делаем. Так, наша с вами коробочка готова. Вот такая вот она у нас с вами получилась. Вы можете ее использовать для подарков родным и близким. Всего вам доброго. До свидания.